Добрый вечер. О предстоящей погоде. Этой ночью Латвия окажется под влиянием западной периферии циклона. Облачности будет больше в Курземе и центральных районах. Но при этом небольшие кратковременные дожди и грозы возможны на востоке страны. Ветер слабый и местами образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Температура в Курземе и Земгале плюс 14, плюс 16 градусов. В Видземе прохладнее, здесь около 12 градусов, а в Латгалии около 14. Днем погода будет определять область повышенного давления. При этом на западе облачно, а на востоке будет выглядывать солнце. Ветер слабый и осадков не ожидается. Температура на побережье около 20 градусов. В центральных районах плюс 22, плюс 24. На востоке страны плюс 24, плюс 26. В Риге ночью облачная погода, но без осадков. Минимальная температура воздуха плюс 16 градусов. Днем в столице из облаков будет выглядывать солнце, и столбик термометра поднимется до 22 градусов. Тип погоды второй, благоприятный. В воскресенье воздух прогреется еще сильнее, местами до 28 и без осадков. Жаркой будет и начало следующей недели. Дневные температуры вырастут до плюс 25, плюс 30 градусов. Ожидаются и сильные грозы. Хороших вам выходных и увидимся на следующей неделе.